Всем огромный привет! Наконец-то я получила посылку с сайта iHerb. И мы с вами сейчас посмотрим, что у нас в заказе. Буду аккуратно распечатывать, чтобы особо не шуметь. Можно было ее еще вчера получить, но на новой почте был завал. Очень много было посылок и на отправку, и на получение. Так, открываем. Угу. Ой, какая красота! Сколько всего классного! Так, смотрим. Боже, а это что такое? Я даже и не помню. Ладно, оставим на закуску. Так, омега-3 премиум фиш ойл 100 капсул. Я уже свою такую огромную банку мы втроем допили. Классная омега. Она стоит недорого, это California Gold Nutrition, эта фирма. Есть и подороже омега. Так, B-комплекс, группы B витаминки, жевательные. Это я повторила покупочку. Вот кому интересен состав. По составу. Тоже здесь идет и витамин А, и С, и В3, и В6, и В12, и В5. И, что немаловажно, в такие времена, как сейчас у нас, грипп, инфекции, да, там входит в состав еще и цинк. Так, это у нас что? 90 жевательных таблеток. Что у нас тут? Витамин С, биотин. Ага, это, по-моему, для волос, ногтей и кожи, да. Вот такая баночка, запечатано все идет очень хорошо. Производство США. Это в заказе у меня было. Так, эту банду девчонок вытащу. Дальше заказали девочки хондроитин глюкозамин. Здесь идет 60 таблеток, 250 миллиграмм. Они запечатаны в капсулах. У меня уже тоже такие были, я уже пропила, так как были проблемы с коленом. Эта же девочка заказала магний 250 грамм, миллиграмм, 110 таблеточек здесь. Вот такая. 21 столетие. Так, еще омега. Омега-3 тоже 100 штучек. Это я продублировала. Так, витамин С с хорошей дозировкой 100 миллиграмм. 60 веганских капсул. До 23 года срок годности, 6 месяца. Будем принимать. Так, тут в основном заказ и некоторые продукты оставлю себе, которые у меня закончились. Опять же, кто смотрел прошлое видео, это у нас имбирь с куркумой. Жевательные такие таблеточки. Вот, у меня и Артем их кушает. Для профилактики ухо, горло, нос, витамин С. Если начинает побаливать горло, берете и рассасываете. Можно пережевывать, но лучше рассасывать. Очень полезная штука. Так, их у нас две баночки. Так, что еще? Вижу красотку. А, угу. Это то же самое для ногтей, волос и кожи. 90 жевательных таких мармеладок. Когда-то я брала только от другого бренда. Такие приятные на вкус, как жевательные конфеты. Тоже пропила их. Вот это что такое, я не помню. Тут что, комплекс? Что-то я не помню, что я такое заказывала. Может, на скидке было, и я заказывала. Что это? Да, волосы, кожа и ногти. 350 таблеток здесь. Это как вот это, только это жевательная формула, да? Кто не любит, допустим, капсулы, таблетки. А это идет в таких таблеточках. 50 штук здесь было. Угу. Не было, а есть. Тоже из этой же фирмы 21 столетие. Вот из этого. Одинаковые. Так, и 4 баночки. Вот такие маленькие таблеточки. Это у нас B-комплекс. Так, вегетарианский. 100 таблеток. Вот по составу, кому интересно. Витамин B6. B1, B2. Это девчонки попросили на работе, я заказала. Так, такая маленькая баночка. Такой фирмы я еще не брала. Ну, попробуем. 4 штучки. Они, по-моему, стоили не очень дорого. Тут все витамины группы В, которые нам сейчас необходимы. Угу.
Все, вот такой был заказ. Вроде небольшой, но сумма получилась приличная. Да, промокод свой оставлю в описании, в комментариях и под видео. Кто хочет делать заказ на сайте iHerb, минимальный заказ на $40. И чтобы не превышал 100, потому что будет там облагаться налогом, да? Вроде бы так. Вот, и если будете пользоваться промокодом, уже когда забили заказ не меньше 40, чтобы доставка была бесплатная, то записывайте там промокод, и вам будет скидочка. Небольшая, но будет. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.